Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и... Никто не ожидал, даже я не ожидал, примерно 3-4 дня назад, но... Апа, сегодня мы с вами будем начинать проходить новую крутую игрушку, которая называется Marvel Spider-Man. Но мне кажется, что все знали то, что она выходит в ближайшее время, и вот как раз таки у меня 2 часа ночи... 2,5 часа ночи, она вышла в несколько часов назад, и я ее только что скачал и начал играть вместе с вами. В чем прикол? То, что я могу даже бегать по комнате, потому что мои наушники и мой микрофон подключены к контроллеру. Но у меня есть планы. Я могу в следующих сериях переместиться на диван, перенести камеру на диван и также играть на большом телевизоре. Но все зависит только от вас. Если вам понравится такое разнообразие на моем канале, если вам понравится просто обычный летсплей на моем канале, я могу пускать Спайдермена хоть каждый день. Но не забывайте, что Майнкрафт также будет выходить каждый день. Я могу выпускать по 2 ролика за одни сутки. Поэтому все зависит только от вас. Не для всех это будет стандартная игра, не для всех будет стандартный монтаж, потому что монтаж будет практически отсутствовать в этих роликах, потому что это просто обычный летсплей. И я уже сказал то, что если тебе понравится, и влепи огромнейший лайкусик, я увижу вашу поддержку, если она будет огромная, то я обещаю, что выпущу еще одну серию. Хорошо, давайте будем начинать. Выберите ячейку для сохранения, новая игра. Конечно, новая игра. Выбор сложности безобидный, изумительный, потрясающий. Давайте на среднем уровне будем играть. Субтитры тоже включу на всякий случай. И будем с вами потихонечку начинать. Я извиняюсь за микрофон, потому что вы сами видите, что микрофон у меня от наушников. Я очень сильно и очень долго старался подключить как-то микрофон к плойке и как-то разобраться в том, чтобы записывать ролики. И я уже сказал, если вам понравится, то в следующих сериях я буду по-другому немножко записывать и подключу свой студийный микрофон к плойке. И тогда мы уже с вами полностью насладимся всей игрой. И еще раз скажу, если вам понравится, то серий по Спайдермену будет примерно 30 минимум. Так. Мне на самом деле интересно, потому что я тоже очень долго ждал игру, я ее предзаказал, ну, недавно, пару дней назад, но все же я давно знал то, что она выходит, и это начало. Хорошо, давайте будем смотреть. Мне кажется, то, что любителям Марвела и, в принципе, Человеку-пауку эта игра и это прохождение должно понравиться. Хоть я на самом деле вообще, честно вам скажу, не люблю Человека-паука, даже когда он, ну, мне кажется, можно уже спойлерить, даже в Войне Бесконечности на самом таком трагическом моменте, ну, мне было пофиг, потому что Спайдермен не самый мой любимый персонаж, но если все же меня эта игра впечатлит, посмотрим, может он выбьется в топы на какие-то места повыше, посмотрим. Так, ну обычная шарашкина контора, обычная... обычное общежитие или что, это не могу понять. Опа, 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 воу, 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 у меня аж вибратор. У меня аж вибра... Так, у меня же геймпад завибрировал, у меня аж... Вы ничего не слышали. Тут срезок будет минимум, потому что, ну, как бы, синематический такой трейлер. Так, какое-то там ограбление или что-то такое, и Человеку-пауку пришло уведомление на вибратор, то, что надо идти спасать мир. Опа, это что, механические глаза какие-то? Ты смотри, какой красавчик. А у меня есть еще бонусный костюм за предзаказ. Я его потом поменяю в следующих сериях. Питер, оплати счета! Питер! Питер, ты где работаешь? У тебя бабок нет, чтобы счет оплатить. Давай решай, что ты будешь делать. Счет оп... А, не, ну, все же он не счет будет оплачивать, а будете спасать мир. Так, окей, мне кажется, мы сейчас будем приступать к тому, чтобы мы начали учиться, как летать, как стрелять паутиной. Давай, 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 давай! Удерживайте R2. А, да. Опа! Отпустите R2. Ух ты, ни хрена себе, какая плавная игра, ребята, почему я раньше не записывал ролики с плойки? Я говорю, есть вам... О, подождите, удерживайте R2, нажмите, ага, чтобы прыгнуть. Удерживаем и прыгаем. Понял, все понял. Понял, ага. Если вам понравится прохождение, я обещаю то, что я буду записывать ролики по плойке как можно чаще. Кого вы задержали? Можно я загляну на вечеринку? Знаешь, какие у него адвокаты? А кто чё, я так и не понял, кто кого, какая вечеринка. Юрий!
Юрчик, Юрчик! Я буду тебя Юрчиком называть, хоть ты и баба. Юрий Ватанабе. Юрий Вахтанович. Так, куда? Опа. Ай, вот сюда. Сколько? 1000 метров. Я спайдермен, а не супермен. Чтоб так быстро летать. Ага, и мы еще и бегать быстро можем. Нажмите X, чтобы прыгнуть. Ага, все нормально, я прыгать умею. Вроде как. Нажмите X, чтобы подтянуться на паутине. Да не в ту сторону, дебилус! Алло? А, куда ты? Да бегу я, подождите, я разбираюсь с контроллерами. Все да. Будет, пацаны, подождите. Да. У меня тут личное дело. Опа, скоро подтягиваемся. Сейчас все будет, сейчас все будет. Подтягивайся на паутине, отлично надо подходит для сохранения высоты. Сейчас мы быстро кончим, Питер Паркер, не переживай. Быстро кончать мы с тобой это умеем. Ну, в плане... бой заканчивать. Все нормально. Следуем за вертолетом. Еще 300 метров. Ну, мы с вами шустрые. Юрий, кого там вызвал? Так, 100 метров. А кто там? Стрельба какая-то по мирным жителям. Ахту, руки вверх, хэндехох. Едёна мать. Это кто на кого нападает? Я уверен, что это русские. Я не знаю почему, но в всех таких играх это всегда русские. Я могу даже вот так играть. Какая нафиг разница? Кого пробивать? Жопу кому-то. Питеру Паркеру жопу пробивать. Ну, мне кажется, это не слишком эстетично выглядит, когда я так сижу. Кого пробивать, я не понял. А, все, понял. Опять вибратор у меня вибрирует. Я первый человек, наверное, который контроллер вибратором называет. Но ничего страшного, так тоже сойдет. Кто? Что за мафиози русские? Не убивать никого, пожалуйста. Это мирная игра. Марвелы крови нет. Так, да, мы наконец-то будем биться. Здорово, пацаны. Нажмите, ага, для паутины. Опа, атаковать врага. Да сейчас все будет, пацаны. Значит, паучин мигающего фауру предупреждаю вас. Все нормально, уклоняемся. Ага, уклонение. Все, а подожди, это что за хрень? Что за хрень? А, все понял, это я просто кому-то мусорным ведром по шарашкиной конторе настучал. Хватит меня бить! Оп, 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 оп. Все нормально. Да хватит! У кого? Дайте я... Мне это не нравится. Мне тоже это не нравится. Слишком много людей. С пистолетами, пацантре, успокойтесь. Нажмите для отклонения. Ага. Папа. Пиу. Да хватит! На! А тебе поучим чутьем по затылку сейчас. Да хватит меня бить, сволочь. Удерживайте, чтобы подбросить врага в воздуху. Ни хрена себе, я в воздухе могу его хреначить. Да, Юрий. Подождите, нажмите. Так, хватит меня бить. Опа. Подождите. А, все понял. То есть мы через него перепрыгаем. Кому люком нахреначить по башке? Подождите. Опа, вот так. Нет, это не люк, это колесо. Ба! Минус 2 сразу с одного удара! На! А, нет, это не минус 2 было, я просто ему так нормально тоже настучал по башке. На! Бой! Боевая система мне так, очень Юрий, сильно нравится. Готово. Давай, Юрий, командуй. Вибратор не так сильно. Юрий! И не так интенсивно. Юрий, чё там такое? Поплыли. Полетели. Ментура. Кто быстрее? На перегонки. Опа. Я быстрее, конечно. Менты очень медленные. Вот если бы им деньги за это платили при каждом вызове, тогда бы они намного быстрее были бы. Так. О, стрельба, автоматы, пулеметы, вертолеты, гранатометы. А нет, пока гранатометов не было, поэтому это очень даже хорошо. Туда-сюда, стреляют куда-то. Никто ни по кому не попадает. Юрий, ты как? Здорово, Юрец. Как делишки, припечишки. Конечно, мы сейчас все сами сделаем. Да. Время пришло, Вилли. Время пришло ставить все по местам. Хлебало, получай. Нормально. Так, что дальше? Давай, расчищаем путь.
Ничего вы не сами справитесь. Оп! Заполняйте шкалу концентрации, атакуйте врагов. Чем выше ваша скала концентрации, тем больше урон вы наносите. Чем длиннее ваша серия, короче, зашибись, я понял. Не хочу вас огорчать, но вы уже не справились. Да хватит! Что здесь делает Человек-паук? Спасибо за поддержку. Мусорные ветра вам сраку засовывает. Так, а, там можно как-то воздух, да, подбрасывать? Вот так, пам-пам-пам-пам. Понял. Вот она, некомфортная вот так. Рабочая среда. Кому? Так, хватит. Чё я заслужил? Я пирожок заслужил за спасение твоей задницы. Давайте воздух подбросим. Так, как меня учили перепрыгивать вот так? Оп, оп, оп. А я могу пью-пью-пью-пью-пью-пью. Пью-пью-пью-пью-пью. Да хватит! Кто там стреляет? Система очень напоминает, система боя очень сильно напоминает Batman Arkham Knight. А Arkham Knight, или как она там называется, эта игра, я тоже все части проходил. Очень сильно напоминает. И мне это очень нравится, потому что вот эта система боя мне очень сильно нравится. Вы можете лечиться с помощью концентрации. Чем больше концентрации вы накопите, тем больше здоровья восстановите. Продолжить лечение. Нифига себе, человек... Да хватит на меня эти дылды с пулеметами! Так, нажмите L2, R2... Ага. Па, воздух подкидываем. По башке настучим сейчас тебе немножечко. Нажимайте R1 много раз подряд, чтобы заплетать. Па-па-па-па-па. Па-па. Да кому, кому, кому? Пью-пью. Очень сильно нравится система боя, честное слово. Прям... А, на! Кажется, это давайте полечимся на всякий случай. Вперед, вперед! Вперед, 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 полицейский, вперед! Они не работает лифт. Лестница! Ага, а мне куда? Вентиляционная шахта, не бойся. Я предпочитаю более прямой подход. Ну да. Лифтовая шахта. Хорошо, давайте. Отклоните. Поднимаюсь потихоньку. И надеюсь, что никто не включит лифты. Давай, 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 давай. Никто не включит лифты. Никто не будет включать лифты. Давай, по центре. Удержите, да, для бега по стене. О, я еще и бегать могу, а что я ползу, как дебил какой-то? О, ну, слушайте, я прям угадал с самого начала, то, что это вентиляционная шахта. Юрий, заткнись! Значит, серверная. Давай. Бежим, бежим. Лучше отвечу. Тетя Мэй. Привет, Мэй. Что ты привет. Делаешь? Я в вентиляционной шахте лазаю просто. Как жизнь? Хотела напомнить, что завтра не па! Точно. Куда? Удерживайте, чтоб кого-то там... Люблю тебя. Я тебя тоже. Я тебя тоже люблю, мадмуазель. Оп, похлебал. Оп, оп, оп. На, уберите волыны свои. Па, па, па. Ребят, я сейчас буду учиться всяким камбушкам. Нику... Чё ты пякнул? Все. При полной концентрации вы можете мгновенно добить врага. Как? Держите его, не давайте. И как это может ага, хорошо закончиться? Ага. Слушайте, сложно. Там две кнопки нужно нажимать в один момент. Я еще не такой профессионал. В плойке? Слушайте, я могу сразу всех добивать. Или нет? А, нет, все, только там три только убийства было. Ну, убийство. Человек-паук уже не убивает. Воздух! Кому воздух подкинуть? Па! 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 Все? Найти серверную, пока минус 2 сразу же. Куда? Какая серверная? Куда? Давайте полечимся сначала. По центре я что-то ничего не понимаю, куда мне нужно бежать. Сюда? Да, возможно, сюда. Это серверная. Сомневаюсь, что сервер на этом этаже. Ты, конечно, большой... А, вот, 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 нажмите. Ага, нажимаем. Если вот серверная. Ага, нажми для... Как... Для кого падение? Нифига себе! Будем знать. А я вообще в ту сторону иду или я обратно возвращаюсь? Я что-то как-то... Нет, все нормально. Это техподдержка? Я забыл свой пароль. Нормально, нормально. Шутеечки, шути... Да хватит стрелять по мне! Какое форматирование? Не нужно никакого форматирования. Лечение, да чё ты мне какое лечение? Оп, оп, оп. Пум, 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 похлебал. Да умирай ты уже. Все, нормально. Что мне нажимать, 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 нажимать? Хотя бы остатки данных. Давай, спасаем. Посмотрим. Флешка, всегда флешка при себе. У меня тоже, всегда о, флешка при себе. Обновления. Та самая. Дьявольская.
Чё за пирожок тухлый? Не ожидал. Говорит парень, удаляющий историю запросов. Давай. Быстро. Он тебя просто отвлекает. Ничему и не научила. Да, но в том-то и моя прелесть, верно? Опа. Да. Какую дверь? Да сколько... Удержите, чтобы подбросить лага в воздух. Прикончить его! Чтобы сдрать врагов вниз. Ни хрена себе! Это все создал я! А чего удерживайте, а затем, чтобы поднимать врагов, а затем сбрасывать вниз. Ну, да все нормально! Делом задержал одного напыщенного криминального пум, босса. Пум, пум, пум! На, на! Я уйду, весь сброд этого города вылетит на улицы, и виноват да. будешь ты! Пам, пам по яйцам! Оп, 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 оп! Мне почти жаль... Да хватит! Это только пролог. Что ж, перейдем к основному действу. На, по башке! Ба! Не ожидал, да? Я тебе сейчас что-то вышибу. Окей, дальше бежим, 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 бежим. Куда мне, куда, 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 куда? Оу! Чё Юрия, там кто взрывает? Я видела. Похоже, Фиск тут всё заметил. Да сколько биться можно? Им никто не помешает. На! Пам, 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 кажется, пам. Все. Окей, куда дальше, куда дальше, куда дальше? Наверх. Все чисто, вперед. Это на нас. Нет, это наши пацантре. Это братья с района. Кажется, бомбы входят в план побега Вилли. Уф, да хватит взрывать все тут подряд. Ты иди к ним. Мы найдем бомбы. Окей. Давай наверх топаем. Пьюп. Воу, 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 воу. Всем покинуть здание. Помочь гражданским. Помогаем. Оттягиваем. Выбегайте, выбегайте, выбегайте. Я их найду. Зачем ты огнетушитель в руки взял, дебил? Ага. Человек-паук! Я тут. Я подниму. Освободитесь, выбирайтесь. Помогайте тем, кто ранен. Ты еще такой сильный? Рамбо! А я не знал то, что он такой сильный. Оу. Не, неплохо его так прищемило. Давайте. Нормально. Первое задание какое-то слишком эпичное. Да не за что. В тебя кофе. Так, куда, 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 куда? Оп. Юрий, я уже соскучился. Наши вертолеты потрепали, пришлось их увести. Попытались. Бежим, 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 бежим. Чё, чё дальше? Какая? Я в начале серии сказал то, что никаких гранат не надо. И ракет тоже. На, похлебал, выпустил с руки это. Ещё. Окей. Ещё, да, я горю. Да, я чё тоже так подумал. На. Упустил это с рук. О, во-во-во-во, кто там целился? Выбросил это с рук. Какие ракеты? Куда дальше? Всё? Я сказал, выбросил с рук, мама не разрешала тебе спичками в детстве играть. Что? Сегодня что, день ракет? Или наоборот, разрешала. Уклоняйся от ракет, да все нормально, я уклоняюсь. Так, дальше. Вытягиваем двери, прям себе в рот вытянули. Отклоните, удерживайте R2, чтобы преодолеть препятствия с помощью паркура. Оу, 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 паркурщик прям настоящий. А куда, куда, куда дальше? А, ты паркурист у нас. Да, я здесь. Спокойно. У меня на всех хватит. На! Оп! Да, хватит! Ты! Уклонитесь в сторону от стены, нажмите его так, что... Чего? Ах ты, ёх ты, мох ты! Не остановишь. От стены можно по хлебалу стучать! Опа! Все, да? Побежали, 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 побежали. Конечно, живы, все нормально. Здорово, пацантре. Вы в порядке? Мы как раз хотели звать подмогу. А вот и я. Я? Да, ну вот. Вперед, мы пойдем за тобой. Охренели, смотрите, подмога. Босс. Оу. Ага. Ах, вы ж сволочи, паскудники. Вы чё творите? Вы чё творите? Враги со щитами блокируют атаки спереди, но остаются уязвимы сзади. Нажмите для паутинного удара. После атаки, чтоб... Воу-воу-воу, слушайте. Время спали с Фиском?
У меня слишком богатое воображение. Держи его! Да куго ты? Ты смотрите, как они сильно бьют! Итак, ваш план не сработал. А теперь план Б. Получить по мордасам. Так, подождите. Хватит! Хватит, пацан! Хватит! Я сказал, хватит! Кто еще? Ты, да? Ну подошел сюда. Ап, 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 не попал. А, подождите, я его от этого завалю, а то он нам мешает тут наши брачные игры. Давай, давай. Оп! Оп! Ай, 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 ай! Оп! Па! Еще чем-то тебе сейчас похлебалу. Па! Все? Кто еще тут предатель у нас? Похоже, на всякий случай. Па! К счастью, это была последняя линия обороны Уилли. Все? Входа в кабинет. Задержи его. Конечно, сейчас все нормально будет. Давай. Открываем двери. Тук-тук. Кто дома? Я твоя смерть. Ну чё, ты уже не такой, да, сильный? И не такой злобный, как ты был через камеру. Диванные мамины Пишешь критики. Мемуары? Здорово. Не забудь дефис между человек и паук. Готовьте вертушку. Я скоро буду. Тебя вертушка не поднимет, пирожок. Ты весишь 300 кг. Я удивлен, что ты добрался. Ох, неудобно в этих наушниках. Не уйдешь. Ты что, взрывать все будешь? Или это газ? А, ты же понимаешь, что я тебя вижу, да? 8 лет этой наглости. Епона, кочерышка! О, это мне не стоило! Уклоняйся от турели. А, да, 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 да. А как пиха, безвредный, чё б я такой? Нажмите для... Ага, ага, ага. Дебил, 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 не туда стреляешь! Вперёд! Нажми... Ага, ага, ага. О! Чтобы сбивать и бросать турели. Как чё сбивать, кого сбивать? Я ни хрена не понял! Ребята! Какие турели! А чё сбивать? Кого сбивать? Твою мать! Я пропустил... Я все кнопки нажимаю! Иди нахрен! Дьявольская сущность! Успокой, выключи эту шайтан-машину! А-а-а! Вот как оно! Ага, понял, понял. Оп! А-а-а! Вот как оно нужно было. Ну чё ты, пирожок? Доигрался? Ты недоволен? Я тебя уничтожу! Ну да, ну да. О, силач! Удерживайте. На! Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу! На! А, ты защищаешься? На! Ай! Твою мать! Ты чё меня пугаешь, сволочь? Ап! Ух ты, ни хрена себе сильный! А если вот так? Ничего себе. Как у него столько силы? Ладно, сейчас мы с тобой разберемся. Ничего страшного, пирожок. Сейчас мы тебя откусим. Да сколько? Ага, окей. Ничего страшного. Идиоты! Ничего кто страшного. Самое время да. Его я тебе сейчас что-то надеру. Мне не нужны. Иди нахрен! Нет, я сам справлюсь. Ты что, охренел? На. О, бежит пирожок, бежит, бежит. Да все, все нормально. Да, твою мать, твою мать. На! Па!
там! Кретины! Ай! Да, слушай, ты, мать твою! На! Ай! Ну и где же подкрепление? Не знаю, босс. На, а если вот так, а если вот так, а вот и вот так. Ай, ага, ага. Пи-пи-пи. Ой-ой-ой, успокойся, успокойся, успокойся. О! Ты чё? Ты чё меня пугаешь, сволочь-то так? На! Ты чё думаешь, я с тобой не справлюсь? Оу! Да, понял. Слушай, я не успеваю это все нажимать. Ага, ну окей. Ай! Успел! Бам! Япона, мать! Все, жопа тебе, да? Чувачок. От паучка. Чувачка. Ладно, в другой раз. Эпичненько, эпичненько было, честно вам скажу. Вот тебя и арестовали, сволочь ты такая. Не надо было мне грубить, пирожок. Я тебя так любил. А чем ты пирожок? Ни с чем, ты без начинки. По твоему лицу видно. Врагов даже больше, чем у меня. Если ты думаешь, что не будет никаких последствий... Ой, мне пора. Эй! Удачи, Вилли. Чувствую, она тебе понадобится. Идиот! Я сохранял порядок в этом. Да, мы видели, как ты с гранатами и с динамитом. Один месяц, и ты пожалеешь, что меня нет. Все взрывал здесь. Опа. Главарь отправляется за решетку. Приз получен! Такое стоит отпраздновать. Пройдено. 4000 опыта. Так, я полтора уровня заработал. Новый уровень. Хорошо, а что я могу изучать с новым уровнем? Увеличение здоровья плюс 10. Нажмите, чтобы открыть древо навыков. Нажимаем. Япона, мать. Это я все сделаю в следующей серии, а мы прям закончим на таком хорошем, прикольном моменте, где я так сижу. Ребятки, я всем вам скажу огромное спасибо за просмотр. Серия длинная, если вы хотите больше таких серий, если вы хотите, чтобы в день выходило по 2 ролика, потому что я с удовольствием прохожу эту игру, я с удовольствием ее дальше буду проходить для вас. Ставь лайк, кокос огромнейший прямо сейчас, если мы наберем много лайков, если я увижу вашу поддержку, я обещаю то, что я сделаю продолжение, а я откатываюсь со своим вибратором в руках. Говорю вам еще раз огромное спасибо, всем удачи и всем пока. I'm gonna go get some more.